Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу я вам показать рецепт салата «Мужской каприз». У меня у мужа завтра юбилей, и я хочу приготовить ему такой салат. Этот салат мужской, там присутствует говядина, поэтому вашему мужу этот салат очень понравится, и он будет любить вас еще больше. Ну и теперь приступим. Итак, дорогие друзья, вот такие вот ингредиенты нам потребуются для этого салата. Это говядина, я ее уже предварительно отварила. Я, знаете, все делаю на глаз. Ну, грамм 250, наверное, может быть, говядины. Вот такой вот кусок, смотря в какой тарелке, емкости вы будете делать. Соответственно, этот салат выкладывается слоями. И, ну, чтобы получился слой, ну, вот как селедку под шубой, например, делаете, вот так же. Я уже посмотрю по объему, может быть, я все не буду класть. Ну, вот, нарежем соломкой говядину отварную. Грибы, вот я порезала, у меня мелкие шампиньоны, я порезала вот их пластинками, можно такими соломкой порезать. Сколько брать грибов? Вот я купила вот такой вот поддончик в Пятерочке. Ну, вот у меня шампиньоны мелкие, вот я их все и возьму. Конечно, их нужно будет обжарить, поэтому они уменьшатся в объемах и будет их, ну, гораздо меньше будет. Это кажется, вот их что много так. Шампиньоны мы будем жарить на подсолнечном масле. То есть вот нам потребуются шампиньоны, луковица средненькая такая, ну, порезанная мелко, яйца, натертые на крупной терке, сыр твердых сортов, также на крупной терке, и для украшения зелень. Я беру зелень петрушки. Мне кажется, она более подойдет к этому салату. Ну и сейчас я буду обжаривать шампиньоны. Но сначала, как обычно, на сухой сковороде, а затем добавим масло и лук. И обжарим шампиньоны с луком. Вот. Когда все будет готово, будем выкладывать слоями. И, конечно же, еще потребуется майонез. Майонез вы можете с вами приготовить или взять магазинный. Я возьму магазинный. И будем выкладывать слоями такой салат «Мужской каприз». Итак, грибы обжариваем на небольшом количестве масла. Немножко я присолила перчиком, черным перцем присыпала. И вот обжариваем. Если масла много не нужно, но чтобы не было так сильно жирно. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, вам все видно. Так вот приспособила я телефон и буду вам сейчас показывать дальше, что делать. Грибы я остудила и первый слой немножко их утрамбовать. Вот каждый слой немного так вот утрамбовать и смазать майонезом. Но первый слой мы не будем мазать слишком много, потому что все-таки там масло было, да? Чтобы уже не было так жирно. Можно вот еще, чтобы тоненько-тоненько. Вот. Грибочки такие маленькие у меня, поэтому я порезала их пластинками. А вообще я лучше люблю соломками. Вот так вот все добавляю, добавляю майонез. Второй слой у нас будет мясо. Самый главный ингредиент в этом салате – это мясо. Вот. Взяла я такую емкость, хотела больше. Вот у меня нет что-то среднего. Это вроде бы как и не слишком большая. Ну, вообще, селедку под шубой я вот в ней делаю. Но тут мяса, наверное, будет много. И в случае чего мы... Вернее, я... Не буду это делать все, только часть. Так, если что, сделаю часть. Наверное, мяса много будет. Ну, а может быть,
И ничего. Так, вот. Ну и также промазываем слой мяса майонезом. Вообще можно и все. Но потом, наверное, не уберется все остальное. Сделаем так. Так, еще. В общем, все делаю на глаз, девочки. Ну и, наверное, каждая хозяйка уже привыкла к своим тарелкам. И делает все на глаз. Вот. Лишнее я могла бы сказать. Вот 200-300 грамм мяса или что-то. Ну, вы понимаете, это разные емкости. И главное, чтобы подгадать, чтобы был слой. Слой вот так вот. Не слишком прям тоненький, но и не толстый, чтобы он мог пропитаться. Вот. Еще. Следующий слой у нас будет... Будут яйца. Так, следующим слоем у нас идут яйца. И также будем смазывать их майонезом. Так, смазали майонезом. Затем идет сыр. Разравниваем. Ну, вот такой вот примерно слой. Может быть, в пол сантиметра. Ну, что-то так. Даже, может, поменьше. Главное, чтобы получился слой. Ну и также промазываем майонезом. Ну вот такой салат у нас получился. И в завершении всего мы украшаем его зеленью, какая вам нравится. Ну, я буду вот украшать зеленью петрушки. Можно укроп. Кто что любит. Но мне кажется, здесь петрушка больше подходит. Вот такая вот красота. Зеленая полянка. Ну, тоже уже зелень, да, как тоже бы не переборщить. Вот так вот, наверное, будет хорошо и достаточно. Вот такой вот салат «Мужской каприз» приготовьте для своих мужчин. Ну и, конечно, для гостей и для себя любимых. Ну, а теперь всем пока. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я буду рада, что этот салат пришелся вам по вкусу. И вашим мужчинам, конечно же, тоже. Всем всего хорошего. Пока-пока.